Вы еще не устали от войны? По прогнозам экспертов, в результате бессмысленной войны Путина Россию ожидает крупнейшее потрясение со времен кризиса 1992 года, последовавшего за распадом Советского Союза. По данным ЮНИСЕФ, из-за войны число людей, живущих за чертой бедности в России, в 2022 году увеличится более чем на 8 миллионов человек. Почти 3 миллиона из них – дети. Уже 17 миллионов 600 тысяч россиян живут за чертой бедности, имея доход около 15 тысяч рублей. Как можно выжить на эти деньги? Как можно купить еду и иметь достаточно денег для покрытия других необходимых расходов? Знаете ли вы, что по продолжительности жизни Россия находится на 171 месте в мире? Есть лишь несколько стран, которые в этом отношении хуже, чем Россия, и почти все они находятся в Африке. Как вы думаете, знают ли лидеры в Кремле об этих цифрах? Разве кого-то в Кремле волнуют экономические и социальные проблемы обычных россиян? Похоже, они слишком заняты неспровоцированной войной на Украине, тратя огромные деньги и жертвуя жизнями невинных людей. Во время последней мобилизации на войну было отправлено 318 тысяч новых солдат, в основном из малообеспеченных семей. Сколько из них вернется на родину? Теперь, кроме бедности, многие семьи в России вдогонку получат гробы своих сыновей. Но за что именно гибнут наши сыновья? И ради чего мы жертвуем благополучием России? Разве люди в России уже не устали от этой бессмысленной войны?